Любишь игры? Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами StarLadder TV. Мы начинаем смотреть очередной день Star серии. Ко мне сейчас присоединится коллега мой, который согласился любезно, жотом. Сейчас мы его наберем, свяжемся с ним. Будет он мне помогать или я ему буду сегодня помогать комментировать? Привет. Здравствуй, Роман. Так, да, Егор, сейчас, погоди секунду, я постараюсь звук отрегулировать. А ну, поговори там пока что-нибудь. Говорю, здравствуйте, зрители. Кстати, вот насчет Dota TV звука. Мне не нравится, что у меня ползунок очень, очень мало поднимается, когда я говорю. Там, на самом деле, вроде как в Dota TV звук более-менее балансируется, насколько я помню. Так что тебе главное сделать просто так, чтобы фразы не обрывались, нормальную чувствительность поставить, и все будет окей. Так, какая там твоя чувствительность? Научи. Ну вот там, где под кнопкой Open Mic, Enable Open Mic. Да, ну я полностью влево. Ну вот там поставь не полностью, там чуть-чуть убери, и тогда будет окей. И просто скажи пару слов, чтобы он моментально реагировал этот... Так, раз, во, понял, отлично. Вот. Спасибо. Да, не за что. Нас там на International уже тоже поднатаскали, сказали, что ползунок влево он типа не очень сильно решает, а вот когда ставишь так, то качество намного лучше. Ну что... Да, привет тебе еще раз. Друзья, для тех, кто не знает, что мы вообще сегодня будем наблюдать, это команда Rattlesnake и Ahead, как вам могло бы показаться, но это все вранье, потому что это команды Next и Kaipi. Просто, да, переименовались эти два коллектива. Я сейчас покажу просто турнирную таблицу, для того, чтобы вы не терялись вообще, что это за команды. Вот тут их видно очень хорошо. Для Kaipi это 13-й матч, для Next'ов это 14-й, предпоследний. И Kaipi по-прежнему сохраняют шансы на выход на LAN-финалы, потому что у них три поражения. Следовательно, если они сейчас все повыигрывают, то у них все будет очень-очень хорошо. Но, опять же, возможен расклад, при котором у нас будет там три команды, точнее, четыре команды с четырьмя поражениями. То есть, если Kaipi одну игру выиграют, одну проиграют, и там еще, короче, одну выиграют, короче, если они еще хотя бы одно поражение потерпят, то тогда будет очень любопытно, да. И последние, действительно, вот эти пару дней StarLadder, они будут очень-очень интересными, так как будет решаться судьба не только тех команд... А не только верха, еще и низа. Вот именно, я как раз и хотел сказать. Что меня как раз интересует. Да, внизу там все очень-очень интересно, точно так же. Там будет нереальная рубилова минус ВП, последняя игра для обоих коллективов. И у них одинаковое количество очков. Если мне память не изменяет, именно такая игра скоро должна состояться. Там по 15 очков у четырех, по-моему, команд. Да. Решаться в последний день. Там будет нереальная рубилова. Вот, ВП минус, да, я вижу, это последняя игра завтрашнего дня. Вообще последняя игра этого сезона, если что, вот. То есть там будет много очень решаться. Так, кто у нас там еще? Аспера. Вот, да. Тоже решающий. Я думаю, тебя это тоже должно интересовать, в принципе.
Ну да, в некотором роде можно и посмотреть эту игру в качестве зрителя. Ну вот, Аспера, Посейдон. Да, вот, в общем, интересные будут матчи. И сегодня, и завтра, опять же, все будет решаться в эти два дня. Кто выйдет, кто не выйдет. Так что, я думаю, будет действительно очень-очень-очень напряженные игры. Не думаю, что мы увидим какие-нибудь 3-2-2 матчи. Хотя, кто его знает. Вот, например, сейчас в этой игре для команды Ahead, они же NextKZ, для них, ну, в принципе, вообще все равно. Да, потому что они не выходят на ланы, они не выпадают из турнира, у них там среднее количество очков, следовательно, они могут вообще ничего не делать, а просто поиграть в свое удовольствие. В то время как для Rattlesnake, они же KIP, эта игра действительно достаточно важна. На самом деле, не скажи, у Ahead, по-моему, 7-6 сейчас статистика после 13 игр. Если они сейчас обе игры выиграют, и кто-то из топ-четверки не поедет, то у них будут шансы заменить их. Разве не так? Ну, вообще да, вообще желательно всегда играть на полную, потому что, например, в прошлом сезоне у нас поехали IC-капы, которые заняли то ли 7-е, то ли 8-е место в сезоне, потому что просто коллективы, находящиеся выше, физически не могли приехать на StarLadder. Ну и мы знаем судьбу IC-капов, да, вот что они там показали и что они сделали с некоторыми СНГ-коллективами, и не только СНГ-коллективами. Да, казахи на лан приедут, они тоже покажут. Потому что казахи за свою историю, когда на ланы приезжали, они обычно неплохо выступали еще с давних пор. Согласен, и асусы они там и то ли побеждали, то ли второе место выигрывали, да. То есть много-много у них таких вот, вроде бы, да, не особо громких побед, но сильных достижений у них хватает на самом деле. Вот как бы мы не троллили казахов, но действительно на лане пинг у них нормальный, естественно. Так что там они могут показывать вещи. Да, меня порой удивляет, насколько казахи привыкли к своему высокому пингу. Такие вещи они исполняют, там на паке от всего вернется. Для меня было бы просто невозможно. Они там с пингом 250, да, на левом хосте. Мансят. Как на родном. Слушай, вот ну, напикали очень быстро, реально, мы с тобой даже не успели толком обсудить, да, что у нас происходит. Команды уже действительно выбрали всех героев. И герои, ну, очень интересный у Nextov, мне очень любопытный этот пик. У Rattlesnake, в принципе, все понятно. Да, у Rattlesnake-то все дефолт, а вот героев казахов мы бы не могли предугадывать. Вот последние три героя, кто бы мог угадать всех? Да, действительно, Веник, Аппарат и Бруда — это очень сильно. Причем вот Веник, Аппарат в комбинации, если они попадают там по двум хотя бы героям, то обычно это победа в драке, потому что эти герои автоматически отправляются в таверну в ближайших там секунд 5, ну, максимум, наверное. Да, знаменитая поговорка. Виномастер оставляет одно хп, вот Аппарат, да, одно хп завершает дело. Именно. Ну вот Брудмазер. Это, кстати, вот voice actor Брудмазер, если кто не смотрел International, то вот эта же женщина, которая озвучивает Бруду, это же и Гладос, точно та же из Портала. И кто она еще у нас там, кого озвучивала? А, Бэншу, точно. Точно. И вообще, это жена Пуджа, насколько я помню. Что, казахи там... А, казахи Рошана пойдут убивать, смотри. Или нет? Нет, что-то я попутал. Ну, они просто... Почему-то я решил, что кто-то у казахов — это Энигма, и они из пенька вызовут Энигмят и пойдут Рошана убивать. Ну, что-то, не знаю, в голову мне влезло. Они просто идут убивать слабых на первых левелах героев Rattlesnake. Так, ну и вот нам подсказывают сейчас коэффициенты. Действительно, Rattlesnake International являются фаворитами данной встречи. Но я бы с уверенностью мог поставить на казахов небольшую сумму, потому что эти ребята играть умеют. И цепляют сразу же Phantom Lancer. И Phantom Lancer умирает здесь. По-любому должен умирать. Да, это минус. Очень хорошо сыграли. Главное, под вышку дальше не отдаться. Да-да-да, тут под тир 2 вышки уже начинают воевать. Такие откидываются. Веника еще 2 плюхандрика залетело. Бедный Виномансер. Лыжню ему, лыжню. Ну, нормально, кстати. Фласку он отпивается, ему фласку котел не сбил, так что заход удачный. Да, отличное начало для казахов. Вот если бы они так пробежались и не убили никого, то им было бы гораздо сложнее против такой мощной триплы стоять с котлом. Вообще, трипла с котлом на легкой — это дело, которое контриться очень сложно. Но с Фьюзбладом на керри попроще будет казахам справиться.
Да, на самом деле, вот такие ранние фростбады, они нисколько, скажем, унижают того же Керри, да, потому что, по сути, он-то вообще ничего не потерял. Ну, умер, ну, там, вернулся на линию, хорошо. Деньги-то обычно в ноль тратятся, по сути, если ты не мидер там с фаст, ну, с запаком на фастботл. Следовательно, это просто такой небольшой буст, ну, на самом деле, наверное, даже большой, если все-таки суппорт забирает этот фраг. Потому что там какие-то тапки быстрые появляются, или там курьер тоже. Ну, на самом деле, бывает, еще забирает этот фраг мидер, и мидер себе приносит, например, противостояние пак против Акаши, забирает пак или Акаши Фестблад, и покупает себе дополнительный нуль, сразу несет. И это уже выигранный лайн. То есть, ну, да, в этом равном это противостоянии сразу Фестблад мидеру, это не бутылка, а там нуль какой-то, и все. Тут нападают на Иквала. Ну, кстати, посмотри, на топе на Ауи 2000 пошли. Тоже неплохо действительно начали нападать, очень сильно проседает здесь Визадж, и Визадж умирает. Слушай, вот казахи-то вроде все неплохо делают. Казахи делают неплохо, но непонятно, почему Rattlesnake своими хилыми героями умудряются подставиться. Так, ну вот Клокерк против Руды стоит. Я, так, во-первых, пауза, да, просит поставить Ривз. Ну, в общем, касательно героев, да, если так разобраться, Бруда против Клокерка. Клокерк, по сути, ей ничего толком сделать не может этой Бруде. Ну, вообще, да. Ну, если по большому счету взять, конечно, да, бывают ситуации. Он закидывает ракетами, Бруда регенится под паутиной, никаких проблем нет. Да, тем более паучата там более-менее жирные, если это уже там не четвертый паук, там четвероюродный какой-то брательник основного паука, то да, пауки там толстые, их, в принципе, ракеткой особо не пофармить. Так что Бруда тут будет хорошо, опять же, стоять. Давно я уже не видел этого героя, уже соскучился, наверное, за Брудой. Хотя когда-то это был ведь герой. Когда-то который... был все спик. Да. Его тоже хотел вспомнить те бородатые времена. Когда этот герой действительно заезжал чуть ли, ну там, да, на ФП постоянно, в банах оказывался. Вообще, очень противный герой. Просто в последнее время команды более-менее научились играть против вот таких надоедливых героев. Теперь никто не стесняется покупать центрики, идти бить лица. Раньше это было как-то, не знаю, в новинку, что ли. Ровно год назад была... сильная доминация Гондора на про-сцене, и те, кто отдавал Гондора, обычно платились за это. А потом внезапно научились против него играть и перестали брать Гондора. Теперь постепенно опять мода возвращается, я чаще всего вижу Гондора. Сейчас, видимо, то же самое с Брудой. Я все чаще вижу на КВшках Бруду, там, нет, не буду говорить от кого. Но... Ну, в общем, да. Короче, люди начинают уже пробовать этого тенденция героя. Тенденция есть, да, появление этого героя, все. Понятно. Не, ну герой на самом деле неплохой вроде как. И помним мы, ну, да, насколько он надоедливый. Играть с Брудой и играть без Бруды — это две разные игры. Вся игра строится под этого героя. Да, потому что Бруда само по себе в начале игры особо помогать не может, поэтому тебе приходится как-то, ну, рассчитывать. 5. Да, рассчитывать на то, что ты будешь играть в меньшинстве большую часть времени. Но, с другой стороны, если ты грамотно построишь игру именно при вот этом численном преимуществе противника, то Бруда обычно побеждает, если команда не отдается много. Просто на Бруду очень много сил и времени тратится для того, чтобы ее поймать. На самом деле, вот в пике Rattlesnake имеется такой игрок, как Котл, и не очень много сил и времени им потребуется. Просто, ну, один Котл, да, туда приходит, задул, и все. Котл, да. Ну, с другой стороны, если у Бруды появится хоть какой-то более-менее толковый артефакт, она может просто прийти в наглую и сожрать его. Да, пока и такое там, бывает. Пока он там уже будет. Может одного отбивателя в соло загрызать. Да, такой герой, которого желательно группой выходить. Ну вот Виномантер сейчас перетягивается в центр, это Ривз. Мантис тут на Фурионечке стоит, у Фуриона какой-то там 4,5 левел. Шторм тоже такой же. Вообще, если по крипам посмотреть, то Фурион там совсем чуть-чуть в центре выигрывает у Синг-Синга. Что там, Клокверк? Бруду там тоже чуть-чуть выигрывает, ну, не слишком много, но выигрывает именно в плане крипов. Ну, а все остальные вроде более-менее ровненько. Хотя, вот, с другой стороны, да, Бруда фармит как бы на изи-лайне, но если посмотреть на этого Фантом Лансера, для него это изи-лайном назвать нельзя. Хотя сейчас копию уже он начинает закидывать, котел ему заливает ману и страдает там немного нога сирена. Мне кажется, немного странно, что у Бруды меньше крипов, чем у Клокерка. Возможно, у Бруды, возможно, мне кажется, больше возможностей забирать крипов. Ну, сейчас смотри, она начинает в него вгрызаться. Там пассивку, правда, не вкачал. Хотя, на самом деле, вот после забафанной пассивки ее в единичку качать просто, ну, мне кажется, необходимо, потому что ты один на один гарантированно уничтожаешь любого героя, который не кастует. Ну, который тебя не способен убить прокаст, потому что раньше там мисс был поменьше процент, сейчас 30%. Да, там десяточка была, сейчас тридцаточка. Но проблема в том, что если ты качаешь на один, то у тебя паутина,
у тебя получается только две паутины до 8 левела. А это очень мало. Ну это опять же, это надо смотреть по ситуации. Типа, если ты способен напрягать вот этого же клокверка, то, возможно, там стоит, да, вкачать лишний раз, например, пассивочку. И паутина, да, паутина, это, конечно, неприятно, что всего две штуки. Вот смотри, окружает клокверка. И... Кусь. Ну, все равно клокер вот коги потратил, и Бурда с чувством выполненного долга отправляется на линию. Клокер на базу пешком пойдет ведь. Вот это, кстати, очень неприятно. Буны 7 может очень много времени потратить. И Бруда сейчас там очень неплохо поднимется за это время. На нападение на топе. Да, там, кстати, Фурион тоже планирует залетать, но тут падает Виномансер первый. Хотя проблемы также и у Фантом Лансера. Фантом Лансер в таверну. Ой-ой-ой, хороший размен, кстати. Еще размен, еще сейчас. И на самом деле Ancient Apparition может отъехать, хотя нет. Вот ману залили только что. Визажу, и надо бы отойти. Мантис очень лоу. Мантис 35 хп. Тангуськом отъелся. Клювом тут щелкает. И урна. Нет, урна, все, отлично. Ну, тут теперь уже Ауэ погиб. Ну, Ауэ заигрался, на самом деле мог делать аж трипл килл здесь. Одна плюха, минус первый, вторая, минус второй. Там, да, там просто котел ему маны чуть позже залил, чем Виномансер скрылся из вида. Так бы, да, так бы веник там тоже отъезжал, фактически гарантированно. Интересная раскачка тут у Виномансера. У него пассивка на 2 на третьем. Ну, это, видимо, вот такой очень жестко харасящий веник, потому что с пассивкой у него вообще нереально дикая, я считаю. Бруда, смотри, классно паучком только что руну инвиза разбила. Тоже такой микро-момент, вроде бы ничего супер офигенного, но эффективно против клокверка, который сейчас мог забрать инвиз и спокойно там постоять или даже гангануть, возможно, кого-то. Шестой левел, как-никак. Так что да, вот эта руна разбитая инвиз, это неплохо. У казахов, кстати, Нага, Сирена, Керри. Все чаще мы видим Нагу, Сирену в качестве саппорта. Мне она саму нравится как саппорт, потому что у нее все-таки есть скилл сон. Ну, в принципе, все ее скиллы, они используются без каких-либо вложений голда в героя. Да, причем без этих же инвестиций она является, грубо говоря, одинаково полезной. Там разница не слишком велика, насколько больше у нее артефактов будет. Ну вот, кстати, Некстына мы показывали не так давно. Нага Сирену, которая была с веточкой... Ладно, там еще шторма ловят, но шторм улетает. Вот, Нага Сирена была с веточкой и телепортом вроде бы. И у нее было 3800 в конце игры, а она так за игру ничего себе не купила. При этом выиграла. Да ладно. Да. Это на Старладере было? Это было на Старладере, да, это была команда NextEZ. Ладно, у нас там на топе Мантис сейчас воюет против... неужели он выживет? Да, выживает, отпивается. Фласка, тут залетает Фурион. Фурион, еще тычка. Нет, ну уходит Фантом Лансер. И, кстати, на развороте мог, наверное, копье кинуть. Вот он пытается сейчас подойти, но у него не хватает маны. У него есть. У него есть один стик, да. Не догнал. Ах, чуть-чуть. Сейчас бы, да, сейчас бы он стики прожал и мог бы убить Фуриона. Тут уже веник пришел. Ну вот с другой стороны, да, ты говорил, что это немного необычный Виномансер, но вот при текущих событиях, вот он подходит просто к Фантом Лансеру, плюет в него один раз и наносит там вот за 8 секунд, там, ну, 80 урона, грубо говоря. Причем, опять же, это очень неприятно, потому что он приходит раз, плюнул и убежал. Ему особо много туда. Да, это здорово, но в том случае, когда Виномансер действительно может подойти и позволить себе это. Да, ты смотри, у нас сейчас тут на 7. Сейчас он себе этого не позволит. Наехали отличные деревья, кстати, от Мантиса. Очень хорошо играет в этом моменте Фурион. Пытается убить еще раз Буны 7. Слоуграунда по нему там стреляли. Но вот влетает на Синг-Синг. Синг-Синг. Синг-Синг хорошо пробивает здесь Фуриона. Так, Нага Сирена. Слип. Так. И ничего не могут сделать. Да что? Да, 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 да. Ну вот, можно было попытаться как-то пеньками, но мы видим, что все равно мана есть у Синга, поэтому он без проблем улетел. Бруда там, смотри, сгрызла почти вышку. Да, Бруда тут с ультой нормально топчет тауэр. Вот и Котл, который еще не знает, что ему качать на 5-м левеле. А, вот почему он не знает. Да, может, вот. Не в игре. Ну, я надеюсь, там ничего серьезного, и все будет хорошо. Вообще, сдается мне, что эту игру выиграет все-таки Rattlesnake. Потому что не вижу я большой угрозы от Бруды. Будет подходить, ну, только если как-то хитренько не будет прилетать Фурион за спину предполагаемому месту положения котла, чтобы убить его. Потому что так может котл приходить, просто одну волну давать, и все, Бруда ничего не сможет. В это время будет фармить Лансер, Шторм, и, ну, глядя на героев NextKZ, что-то я не вижу тут особого лейт-потенциала. Да, вот с лейтом проблема у Nextов, тут уж никто, я думаю, не будет спорить.
И с другой стороны, вот ты правильно сказал момент, что если Фурион не будет залетать, ну вот Фурион-то у нас такой товарищ, мы видим, достаточно агрессивный в этом матче, и я думаю, что они будут прекрасно понимать этот момент. Никсты, хотя многие команды, скажем прямо, да, они много чего понимают, но мало чего делают для того, чтобы законтрить эти моменты. Я сам, в принципе, когда играю, часто вот просто из-за, там, не знаю, из-за лени или еще за чего-нибудь, просто, ну, не делаю вещей, которые на самом деле не такие уж и сложные, но которые очень сильно помогают выиграть линию. Вот сейчас можно просто в наглую залетать на этого котла, потому что у него тапок и пятый уровень. Он вообще для Бруды сейчас мясо. Потому что у Бруды сейчас под ультой там, да, 120 дэмэджа, а на этого котла съест там просто за секунду. Если еще Фурион какую-то ульту закинет. Но... Задумка Nextov была такова, что они должны были выиграть свой хардлайн. Реплой в миде. Фурион получает фаст 6, покупает урну. Ультой помогает унижать триплу. Лансер не фармит. Снизу Бруда что-то там стоит лайн примерно на равных. Потом спушивает, если клоферк уходит. И так вот они примерно минуте на 20-25 должны были закончить игру. Но что-то пошло уже не по их плану. Как трипла отбилась ретелснейковская. Дала сдачи. И так, все. Тогда ты посмотри, что делают Nexty. Бруда уходит на топ. Бруда сваливает на топ, она увидела против себя котла и решила не быковать. Видимо, поняли, что котлу будут помогать. И действительно, там стоит клокверк, прикрывает. Даже если на котла и ворвутся, то убить его будет не так просто. Так, и Бруда идет в первый итем орчит, а не БКБ. Что делает ее уязвимой для гангов? Да, для гангов, безусловно, но вот опять же, в случае, если она найдет какого-нибудь загулявшего от пушера, то ему придется очень несладко. Обычно Бруда с Орхидом, ну, способна убить там, почти любого героя в соло. Ну и итемов у Наги Сирены сейчас вообще никаких нет. Наверное, сейчас надо Nextam попробовать забрать Т1 вышки, собраться в пятером. Ну или в четвером плюс один на другой линии Бруда. И посносить все-таки Т1 вышки. Попробовать все-таки захватить преимущество в early game. Потому что чем... больше времени проходит с начала игры, тем меньше шансов у них на победу. Да, Phantom Lancer не однажды вытаскивал матчи. Мы, кстати, вот тоже недавно видели игру с участием ПЛ, когда всю игру его унижали, гнобили. Но потом действительно команда задержалась, замешкалась и дала себя убить. Тут у нас врыв в центре на Мантиса. Прыгает Веник. Отличный гель, кстати, от Виномансера. Попадает он по двоим, но надо ведь дальше чем-то идти еще подобивать. Пытается улететь Синг. Синг улетит, но Бонни 7, скорее всего, здесь потеряют. Вот. Да. Он как-то странно себя повел. На самом деле, он мог сразу нажать эти 4 стика, нажать Scroll of TP и улететь до того, как Нага прилетела. Да, да, телепорт у него, кстати, был. Я вот тоже только обратил на это внимание. Ну, типа, не было маны, но у него было 4 стика, которые он не жал. Угу. И они не были в кулдаун. Ну, ничего. Не доглядел. Ну, бывают, бывают такие моменты. Так, у нас тут Бруда пытается зафармить вот этот много-много стаков на топе. 6-й левел получил аппарат. Сейчас, возможно, начнется что-то интересное. Ульт Фуриона, ульт аппарата и плюс там кто-то на линии. Это минус герой. Да, это, возможно, даже не один. Так, Шторм. На кого? На Веника прыгнул. Просто пришел Шторм Ганга Тенис, нашел Виномансера там. Нормально. А Веник просто шел ставить варп. Так, поставил. А вот аппарат уже закидывает ульту на топ сейчас. Блин, она, правда, летит полчаса. Мне кажется, когда бафнут ульту аппарату, что она будет лететь хотя бы чуть быстрее, тогда этот герой будет действительно очень-очень сейчас полезен. Сейчас будет много героев. Рэтлснейк под этой ультой. Да, и посмотри, Фурион, где же там его ульта? Ульты ульта нету, у Фуриона! Была ульта. Это ошибка. Это провал. Ну все, вот сейчас уже на все точно потеряли шансы. Потому что вот если бы они сейчас убили всех, то было бы реально круто. А мы видим, что у Лансера уже 2200. Он близок. Кстати, Eternal Envy, он иногда поражает своим выбором артефактов и вообще своим, не знаю, манерой игры. Она у него довольно странная, своеобразная. То есть он сейчас может вообще Яшу купить на авансере. Вот ни с того, ни с сего. Ну, мне кажется, все-таки, может, это барабаны будут какие-то. На его месте, да, лучше, наверное, купить барабаны, чтобы быть плотнее, потому что 739 хп против прокаста Nextov. Лансер не выживет. Ну, мы только что видели, как залетел один ульт аппарата, и Фурион просто там бил руками. Если там ульта Фуриона залетела, там действительно минус один был бы гарантирован, и второй, скорее всего, тоже отъехал, потому что тогда Фантома уже не так месили и били другого героя, естественно. А Мантис, похоже, уходит в экран. То есть действительно хотят
продавить. Бруду, кстати, контрят очень жестко. Вот только видят Бруду на линии, сразу же ракета Клокверка, сразу же котел показывается на лайне. И задувка, ракета, все, минус все пауканы. Да, на самом деле такой довольно, ну, не то чтобы странный выбор героя, просто у них уже стратегия была задумана изначально именно под нее. Но брать на ластпик Бруду, когда у врага уже есть такие два офигенных героя против нее, это Клокверк и Котл, довольно странно. Да еще и Шторм, в принципе, неплохо. Эх, а помню, раньше были противостояния Бруда, Тайдхантер. Сент-Кинг, да. Сент-Кинг, там, Дарксин. Раньше всякие. Было 4 героя, вот которые там раньше были. 4 бана. А, в смысле, забрали Мантиса. Да, я как раз смотрел этот момент. Вот были 4 героя. Антимаг, Фурион, Бруда и Дарксир, по-моему. Вот эти герои. И их обычно банили при любых раскладах. Так, вот на топе только что сгрызли с горем пополам Котла. Он 6-й левел уже успел качать, следовательно, кинул Blinding Light, но Бруда все равно его смогла убить. Слишком много было дамаги. Ну, конечно, Котла Бруда убивает на изичах, это понятно. Потому что это котел, его, мне кажется, любой вообще герой может убивать на изичах. С проблемой, ну, да, веника. За Котла нужно будет очень аккуратно действовать. Вот минус Виномансера. Да. Виномансера умирает, даже не подходя на линию толком. Он там что-то побегал, гелем плюнул, в него копье, плевок визажа, и все, веник погиб. Так, Синсин там с регеном, я думаю, что это у нас там шторм наяривает, летает по карте. Да, и сейчас он, скорее всего, будет прыгать в центр, возможно, на Фуриона. Нет, он решил все-таки более осторожно сыграть. Ну, летать на Фуриона, посмотри на его хп это Фуриона. Это не тот Фурион с Мидасом, это Фурион с урной. Это тот самый, это да, и ПТ, и урна, там действительно 1150 хп, там еще попробуй побей. Ну что, Фантом Лансер продолжает фармить. Да, вот как ты и сказал, это Яша. Да, он купил Яшу. Любит он это дело. Да, да, да. Причем при покупке Яши в такой ситуации Фантом Лансер не становится полезнее, мне кажется, вообще абсолютно ничем. Именно так. Eternal Envy этим и славится. И нелогичным с точки зрения некоторых людей, выбор героев. И не я один это замечал. Смотри, у нас там Бруда воюет, причем неплохо-то воюет. Сейчас у нас Бруда успевает убить Котла, но, конечно, сама поплатилась она за это. Но зато стянулся еще сюда Клокверк. Хотя Клокверк, возможно, сейчас будет цеплять у нас Нагу. Да, на самом деле все глубже и глубже роет себе яму Нексты. Вот так вот разменивая Бруду на Котла. И... Да. Не убивая Лансера, не снеся ни одной вышки, ты один, кроме снизу. Снизу там Бруда, конечно, стояла, ей можно отдать вышку Rattle Snake'ом. Но то, что они не отдали еще ни одной, это большой респект при таких героях. Не самых, так сказать, хорош. Ой, в миди, как Бон 7-то влетел хорошо, и минус 2 щит. Ну там, смотри, щит летающий хрена прошлась, но все равно слишком живучие сейчас герои у команды Rattle Snake. Да, там Бон 7 тоже имеет много хп в тюрьме. А там наверху напали на Ауи. Ух, там Клокерк-то 130 хп у него осталось, но вроде более-менее все ок. Это аппарат летит. Ну вот, кстати, Фантом Лансер, да, вышечку забрал, у него там капусты уже очень много. А что у нас там? А, это ракетка. Клокерк улетает пока, убегает, точнее, на базу. Синг-Синг тоже. У Синг-Синга, кстати, есть, да, уже Орхид. Вот он на фулману залетел на базу, насколько это только возможно. Что там аппарат? Не, аппарат у нас ульту пока не закидывал. Аппарат закидывал ульту, когда Синг-Синг брал руну Низа на топе. И она чуть-чуть мимо пролетела. Если бы попала, то убила. Эх, досадно должно быть, наверное, аппарату сейчас. Так, Бруда. Бруда тоже почти с Орхидом, но мне вот интересно посмотреть Нетворс. И по Нетворс мы видим, что Бруда на 1000 отстает. Как раз вот это и видно по ней и по шторму, потому что запаки у них примерно одинаковые. Как раз, да, вот эта 1000 режет глаза. Фантом Лансер потихоньку уже тоже начинает нагонять. 6200 у него Нетворс. Опять же, при отсутствии лейта как такового у Некстов, это, по сути, почти смертный приговор для команды Радиантов. Должны все сейчас слишком офигенно сделать Нексты и слишком плохо сделать Rattle Snake, причем несколько раз подряд. Вот Шторм прыгает, убивает в наглую Фуриона. Вот это уже как бы все. Вот Шторм... Шторм такой, он с этим Орхидом, он этого Фуриона сейчас будет гонять, как я не знаю кого. Потому что, ну, что может делать этот Фурион там без того же Shadow Blade? Да, фактически ничего, мне кажется. Да, мы, кстати, выяснили нашей команды, что когда мы берем себе Фуриона, Шторма нужно банить. Потому что это очень назойливый персонаж. Ну, потому что ты вроде стоишь, да, никого не трогаешь, на тебя сразу влетает там из лесу это чудовище.
и все, ты реально ничего не можешь сделать. Если там есть там либо даст, либо просветка, либо еще какая-нибудь фигня, то ты в основном умираешь. Да, Шторм — это, в принципе, герой, который конфликт сплитпушеров таких. Он может влететь, плюс один кто-то на линии изначально есть. Так, ну вот сейчас прыгают на Шторма. Ой, да ладно! Да ладно! Шторм просто улетел под котла только что, его котел назад засумонил, но хорошо, что тут оказался Клокерк рядом. Причем он начал сумонить Шторма еще до того, как он влетел даже на Бруду. Забавно там. И за эти 5 секунд, пока кастовалась эта телепортация, Синк убил. Ну или не убил, а повесил. Ну, почти Орчит, убил, да, да. Урона. Потом улетел. Читера. Читера просто. Абузеры. Все-таки Мантус в себе несет Этернал Энви. Я что-то думал, что он купит себе диффузы. А что он будет сбивать этой мантой? Он может уворачиваться от сетки, он может сбивать аппаратовскую Cold Feet, но не может сбивать аппаратовскую ту. И Динамастерский тоже, по-моему, не может. Зачем ему манта? Ну, не знаю, это же Envy. Ну, не знаю. Лично по мне, купил бы он себе лучше диффузы и барабаны, и был бы он сильным бойцом. Ну, на самом деле, да, с диффузами и барабанами он бы уже мог совершенно спокойно сам ходить цеплять врага и убивать. Не, ну ходить цеплять врага ему не нужно, ему нужно просто стоять, фармить линию под защитой своих саппортов, чтобы остальные не встревали, просто оттушили, вот как этот кошель сейчас видит. Да, котел там сейчас полную задувочку, отлично. Попадает еще по Бруде с Фурионом, Фурион еще и от вышки получает пару ударов. Ну и Фурион приехал. Все. Это уже беда. Ну посмотри, какой там хороший проказ только что залетел. И возможно сейчас будут проблемы. Также еще и у Фантомлансера. Фантомлансера 30 хп остается. Да, но он тут выживет. Он выживет, да, его Poison Nova только пробивала. Минус 4 и практически тим вайп от команды. А и Шторм не нашел. Да, успел улететь Феник. Домайсер, ульт Динамайсера оставил 1 хп Фантомлансеру. Так он и котло оставил 1 хп. Котел там тоже, он бегает еле живой. Еще вышку заденайл. Там просто вроде был влет на аппарата, который стоял в центре битвы. И ульта, наверное, не самым лучшим образом легла. Легла бы она чуть получше, то, возможно, разменялись. Но все равно тут как бы это была драка на 20-й минуте у Т1 вышки с такими героями, у Некстов. Они еще и так плохо разменялись. Вот если бы они еще забрали хотя бы Фантом Лансера, не котла, и не умерла бы Бруда, то может быть это было бы начало переворота, но все еще пока идет по плану Rattlesnake. Да, и вот если посмотреть на графики, то можно увидеть, что пока вот все шло действительно по плану там Некстов или Ахедов, у них было небольшое преимущество, совсем небольшое, там 2500 на 11-й минуте. Но потом, как только они начали затягивать свои передвижения, как только они начали что-то перемещаться по лайнам непонятно как, там свапаться и так далее, видим, что график стремительно пополз вниз, и уже более 5000 золота преимущества у команды Rattlesnake International. Там еще и Шторм опять с регеном, прет ему на регены. Тут натыкал, посмотри, сколько своих статик ремнантов. Если бы у врагов был антимаг, он бы блинкнулся сюда и умер. Я только хотел сказать про этот момент на Dota Cinema. Очень забавный момент был. Ага, антимаг без пассивки. Тот самый. Да, он во сколько там? Вроде бы в 3 статик ремнанта прыгнул или что-то. Или в 2, я не помню уже точно. В 3. Ну там ему нормально заехало. Так, Боне 7 у нас с худом. Почти там. Чуть не хватает, но это. Точнее, с пайпом. Ой, заходит в спину Боне 7. Вот. Посмотри, залетает сейчас сразу же Шторм, кидает Сайленс на Сталкат, но Сталкат выживает. И не попала волна котла по Сталкату. И он сейчас может нажмет сон. Ну вот он и нажимает сон. Так, и что теперь делать? А теперь все уделают просто паут. И Нага тоже. Да, все поуходили. Вот пытались убить Нага Сирену, Клокерк в нее тоже влетел. Знаем мы тот факт, что Нага под батарейками не может кастовать слип. Она не может кастовать ничего, кроме... Ну, кроме Риптайда, да. Следовательно... Сирена имеет огромную анимацию. Следовательно, план был неплохой, но Нага Сирена сумела выбраться из когов. И спасла свою команду. Там вот аппарат отчаянно хочет нафармить себе на Аганим. И он на самом деле идет к успеху, потому что ему остается там... Сколько? Получается, да. Тут 200, там еще 1200, ну 1400. Да. Это не так уж и много. Странно, что у аппарата, казалось бы, с такой позиции еще так денег много. Вот и я же о чем.
Причем, кстати... Причем, даже товера-то, ну, оно хоть одно сейчас не забрали, две. Ну, да? Вот по Netforce, если посмотреть, то действительно видно, что у аппарата там 3800 золота, в принципе, для 23 минуты это неплохо, более-менее. Так, там Клокер, кого он залетел, ну, это все, все у нас, да, на бруду ныряют сейчас. На бруду без БКБ, кто самый. Да, та самая бруда, ну, вот она с Орхидом, она-то может кого-то... выиграть, но... А дело в том, что у Бруды Орчид, как бы, ну и что? Все равно, как бы, если ты на кого-то нападешь с этим Орчидом, это ты будешь не... Если ты под вышкой врага, то кто-то тэпнется и убьет тебя. И, типа, и смысл того, что ты нападал на какого-то там отпушащего котла, если ты умрешь. Тем более, чтобы убить котла, по-моему, тебе Орчид не особо нужен. Орчид нужен для замеса, ну, чтобы шторма убивать. По-моему, в первом итоге он намного круче в этой ситуации было купить ему... БКБ, спокойно фармить, не умирать, а потом уже купить что-то типа Орчида. И уже быть в драке с БКБ и Орчидом. Тогда можно вешать уже на Синг-Синга. Так, мы вот тут, я смотрю, на год Сирена у нас не такой уж и суппорт. Потому что у нее уже диффуза скоро будут. Жизнь, да, диффуза, на самом деле, будут немного конфликтить шторма с диффузом, потому что шторм с диффузом. Шторм с Орчидом. Он влетает на Нагу и не дает искастовать сон. Она может диффузить. Смотри, Клокер прыгнул только что на аппарата. Аппарат успел закупиться. Это, наверное, самое главное для аппарата на данный момент. Замерз здесь немножко у нас Клокер. У аппарата, кстати, первый только Cold Feed. Опять же, очень необычный билд у Ancient Apparition. Раньше, помню, вообще качался ему только Cold Feed и плюсы. Да, было дело. На первом интернешнале. Ice Vortex. Вот смотри, тут Синг-Синг смотрит на Атафаку, но что-то... Не решился. Он один. Решился на нижнего пацана прыгнуть, да, и это оказался Мантис. Мантис тут без шансов отъезжает. Мантис тоже вот... Этот Фурион, он вроде как прикольный, да, когда такой Фурион был бы минуте на 15-й с ПТ-ном Некрами, даже если без ПТ, но уже с Некрами, который мог бы неплохо пушить, они там собрались и движухой пошли бы сносить линии. Если бы у Мансера были варды какие-нибудь вкачаны на максимум. У Веника варды вот на 10 уровне только в единичку. Сейчас уже, да, сейчас уже поздно вообще об этом всем рассуждать, потому что сейчас Нексты просто отбиваются изо всех сил, но это все пока не пришел Фантом Лансер. Только да. Он придет, тут герой Некстов еще и отбиваться от героев Рэдл Снейк, это уже понятно, к чему идет. Ну вот, поймали здесь Бруду, там гему шторма, так что тут, да, видим, Ватафака отъезжает. Действительно, Ownage 12.24, графики уже просто зашкаливают. И мы понимаем, что первая игра уже практически подошла к своему концу. Следовательно, да, друзья, я, наверное, пока быстренько вам покажу, или не покажу, скажу, что у нас дальше будет. Дальше у нас будет дерби 7-го сезона StarLadder. Это Альянс против Уэбелст. Первое место против последнего места. Посмотрим, как они будут играть. Дальше Уэбелсты будут пытаться не выпустить Фнатиков из Стар серии. А потом Альянс Дуза. Вот, вот Альянс Дуза я посмотрел. Такие интересные ребята, Дуза Гейминг. Да. Как тебе вообще Дуза? Дуза. Ну, для начала, для первого сезона, учитывая, что мы их не знали, это очень серьезное выступление. Видимо, ребята очень ответственно подошли к сезону в StarLadder. Очень хорошо хотели выступить, и у них это удалось. Ну вот я точно так же рассказываю всем тут нашим, что действительно, как бы там не, все не кричали «Ха-ха-ха, Дуза Гейминг», но реально парни первый раз как бы вообще выбрались на такую высоту и достаточно достойно отвоевали. Да, учитывая, что мы видим Уэбелст, которые там все, в принципе, знакомые лица, но как бы 0-11 или там что-то, 1-12. 1-12, да, я уже точно духе. Помню. Вот. А Дуза Гейминг там 6-9, или сколько там, 6-8 у них сейчас, и в последний раз Альянс, ну 6-9, тоже неплохо. Ну, на самом деле, да, тут, я думаю, стоит похвалить еще раз этих ребят, потому что очень хорошо старались, потели, тут нас на иллюзию Клокверка сагрились очень сильно, ульт аппарата куда-то полетел, что вообще происходит? Веник ультит, такая просто битва инвалидов, ну и сейчас Нексты все погибают просто за секунду, лол. Ну, эта драка, это было нечто, мне кажется. Там еще от батареек сейчас Бруда умрет. Окей. Ультракилл Синг-Синг ГГ. Это самое нелепое окончание игры за весь 7-й сезон. Вот это точно.
Ну, на самом деле, все к этому шло минуты с 12 примерно, когда уже стало понятно, что у миксов ничего не получится. И это было только дело времени. Да, ну, драка, конечно, последняя была очень крутой. Ну, понятно, да. Опять же, повторяюсь, что Nextam, эта игра была абсолютно не важна, потому что они не попадали на лан уже гарантированно, не вылетают также гарантированно. То есть они там просто откатали в свое удовольствие, может, потестили какую-то страту. То есть это уже все на их совести, и я думаю, к ним вообще ни у кого никаких претензий быть не должно. А Rattlesnake International, они же Кайпи, побеждают в нужном для них матче. Я вот сейчас быстренько вобью результат, и мы посмотрим, как у нас изменилось вообще положение вещей, изменилось ли хоть что-нибудь. Так, тут у нас 1-0. Вот она, турнирная таблица, и... Да, 13 матчей Кайпи, у них осталось всего 2 игры. Ну, там одна вроде против Квантиков и одна еще против кого-то. Сейчас я вам все точно скажу. Только сегодня вот смотрел перед матчем. А, против FURFC, да. Квантики и FURFC остались такие оппоненты у Кайпи. Если они выигрывают и у тех, и у других, то они едут на LAN или не едут, посмотрим. В зависимости от их ответа, потому что у них много людей не местных, мягко говоря, с другой половины планеты. Ну, ладно, об этом мы поговорим, наверное, уже во время следующего матча. Следующий матч, как я упоминал немного ранее, это Альянс против Уэбэлст, который начнется через 10 минут, наверное. Пока что небольшая рекламная пауза, и увидимся. Никуда не пропадайте. Как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор 2 билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий.